В день, когда Русская Православная Церковь празднует память игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Монастырщина Кимовского Благочения Тульской епархии состоялась божественная литургия, совершенная его настоятелем, протоиереем Владимиром Лысиковым. Благослови, Владыко! Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь в мире и спаси душ наших. Господу помолимся. За праздничным богослужением в день воспоминания обретения честных мощей преподобного молились учителя городских школ Новомосковска, педагоги основ православной культуры и преподаватели воскресных школ, покровителем которых с давних пор считается преподобный Сергий. Сегодня большой праздник преподобного Сергия Радонежского. Уже не первый год проводится этот праздник здесь. И мы тоже приезжаем сюда, приехали и сегодня для того, чтобы помолиться этому великому святому, получить его благодать, потому что он является покровителем учащихся и учителей, пообщаться с коллегами, обогатиться духовно. Мы сегодня сюда приехали для того, чтобы встретиться с коллегами, помолиться преподобному Сергию, почтить память его и передать потом эту духовную помощь своим ученикам, для того, чтобы они в будущем обращались к этому великому святому за помощью, так как он является нашим покровителем, и получали знания по истории на уроках православной культуры и очень хорошо знали историю своего края и своей родины. Сегодня очень знаменательный день, день памяти Сергия Радонежского. Я всегда ему молюсь, чтобы он мне помог в учебе, перед экзаменами, перед контрольными. И он мне всегда помогает. По преданию, на месте села Монастырщина русские воины хоронили погибших в битве товарищей. На месте захоронения тогда была возведена деревянная церковь из дубов зеленой дубравы. А царские врата иконостаса для храма, по преданию, были подарены преподобным Сергием Радонежским. В нашем современном мире преподобный Сергий воспринимается не только как святой, который может помогать абсолютно в различных нуждах, в нашей повседневной жизни, в наших болезнях, в наших радостях, но как особый покровитель учащих и учащихся, поскольку мы знаем из его жития, что не давалось учение ему самому. И только после искренней горячей молитвы все пошло на лад. Именно после искренней горячей молитвы. Многие нити духовной жизни Русской Православной Церкви сходятся к великому радонежскому угоднику и чудотворцу. А учителя, напоенные благодатными, животворящими токами его молитвенного духа, стремятся возвести своих учеников к светоносной духовности, раскрывающейся в вере в Бога. Сердечно поздравляю с нашим сегодняшним престольным торжеством, днем памяти преподобного Сергия. Пусть его отеческий покров всегда чувствует каждая душа православная, которая с верой и любовью притекает к его помощи. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас. Великославный заступник Отче наш Сергий, моли Бога о нас.